Так. Ну и раз уж к нам в студию пришел фокусник Александр Замышко, песня выжила, теперь он готов показать бесплатно фокус. Оксана пытается сзади подглядеть, как создаются фокусы, да? Я буду изучать. Не мешай человеку работать, да, не раскрывай все секреты. Отлично. Всем известно, в Эстонии раньше были кроны, да? Поэтому сегодня на кону у нас деньги. Так. Фокус не получится, вы хорошенько подниметесь сегодня. Так. Итак, фокус с картами обычно начинается с того, что их надо достать из коробочки, поэтому давайте займемся этим сегодня. Да? И сейчас я хочу, чтобы мы выбрали карту. Кто будет? Ну, Оксана. Я могу. С телефона. Да, с телефона. Я с телефона. Оксана, выбирай. Скажи мне стоп. Стоп. Отлично, берем карту. Берем ее руками, да, смотрим. Смотрим? Да, конечно, смотрим. Посмотрел. Да, запомнили? Покажите. На ощупь нормально. Я показал. Посмотри. Так, кстати, по поводу коробочки, которая пропала, там под телефоном, дайте мне, пожалуйста. Под телефоном пропала коробочка. Ага. Особая коробочка. Обожаем. Итак, берем, давайте. Карту. А так, возвращаю. Да, смотрите, сейчас я угадаю, какая ваша карта. Что-то меня даже не сомневаюсь вообще. Итак, смотрим внимательно. Так. Видно? Видно. Так. Когда-то он нас обманул, я не понял. Откуда деньги взялись? Что-то какая-то... Будьте внимательны. Я что-то ничего не поняла. Нас что-то, по-моему, обдурили, блин. Два раза шутка не смешная. Что-то как-то мы с тобой в две камеры, я что-то не понял, чем мы снимали-то. Потом пересмотрим быстро, и тогда поймете. Ну да. Ну, в общем... Надо будет детали увеличить. Нифига не понял, но фокус удался, значит, да, нормально.